Депутату ЗАГС Собрания Камчатского края Валерию Быкову, одновременно являющегося предпринимателем, предъявлено обвинение в получении многомиллионной взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете. Там отметили, что Быков останется в следственном изоляторе до 8 января следующего года. По версии следствия, этой осенью Быков путем вымогательства, используя депутатские полномочия, заставил гендиректора конкурирующей компании переписать на него четверть доли уставного капитала предприятия, эквивалентной 10 миллионам рублей, а также отдать 1 700 000 как первую часть взятки в 9 миллионов. По данным СКР, в ходе обыска в квартире депутата изъято более 15 миллионов рублей, в том числе и в иностранной валюте. Вторым фигурантом по этому делу проходит глава родовой общины КМНС Касатка. Ему следователи инкриминируют посредничество во взяточничестве. Подробности на сити41.ру.